Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей и еще 7 музеев страны станут соорганизаторами государственной премии в области современного искусства «Инновация». С 2019 года «Инновация» проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области. О том, что соорганизаторами премии стали несколько ведущих музеев России, заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной подготовке к премии. Также в ходе встречи Глеб Никитин и директор Пушкинского музея подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает план совместных программ и проектов музея и региона на 2021 год. Пройдут фестивали, семинары, стажировки музейных работников Нижегородского региона в Пушкинском музее. Но центральным мероприятием станет, конечно же, премия «Инновация». В 2021 году на соискание премии подано 460 заявок. В доп. Соглашении у нас очень много конкретики, там более 10 конкретных. Совершенно мероприятий, очень достойных даже такого года, как этот, 800-летие Нижнего Новгорода. Мы, понятно, что отдельно всегда выделяем последние годы главную, наверное, основную премию в области современного искусства «Инновация», но у нас будет целый ряд и других совместных мероприятий, знаковых по-настоящему, которые пройдут на протяжении всего года. Нижний Новгород вообще на карте нашего территориального существования занимает, безусловно, особое место. Не просто потому, что мы сегодня подписываем это соглашение, не с каждым из городов мы его подписываем, а потому что, правда, это, я бы сказала, исключительно уникальное пилотное состояние того, как в городе и вообще на этой территории воспринимают современное искусство, как понимают его ценность, как понимают значимость той среды творческой, которая уже создана и которая живет очень ярко.